Я не буду сказать, что ставить его Геннадий Петрович, который подарок Геннадий Петрович Власов. И то, что он играет, и то, что у нас какие-то вопросы возникнут после концерта, или там, понимаете, да, только после концерта, какие-то возникнут вопросы, наверное, Геннадий Петрович, вы сможете им ответить, да? Юра, я маленько скажу. Конечно, нет, я говорю, ну, можно будет задать вопросы, допустим? Да, да, да. Значит, понятно, да? Ну, пожалуйста. Значит так, ребята, все, наверное, знаете, что все дается трудом. Там же есть искусство игры на баяне. С Юрой я стал заниматься в 6 лет. В 8 лет он стал лауреатом на международном конкурсе «Надежда». Занял 3-е место. Это 8 лет. В 9 лет он уже стал лауреатом на фестивале имени Тулуниной. Занял 1-е. Но суть не в этом, а суть в том, что главное в жизни Юры, что он любознательный, то, что он трудолюбивый, самое главное, понимаете? То, что он любит своего учителя. Это важно, чтобы каждый из вас любил своего учителя. И что мне хотелось еще сказать, то, что мы занимаемся не так, как в школе музыкальной, потому что у меня времени очень много, и мы занимаемся каждый день по 2 часа. Лето у нас тоже перерыва не имеется, тоже по 2 часа каждый день. 1 час у нас чтение с листа, от 6 лет, как он начал читать с листа, и вот по сей день он четко занимается с листа. Так что читать с листа очень хорошо. А свой труд сейчас вам... Плоды своего труда он вам сейчас продемонстрирует. Но я хочу сказать, что программа сложная. Только 10 лет всего. Программа сложная, где-то даже первый-второй курс училища. Ну а сейчас начнем слушать, чего он добился своим трудом. Первым он исполнит фугу Холминова «Зольминова». Thank you.
Каркина кукушка. Thank you.
контрабанде с Вайс Мюзик за другой фотографии. Thank you.
Кутузова.
вопросы будут какие-то? Вопросы есть, ребят? Давайте сидите. Мы потеряли дар речи. Больше надо сказать. Здорово. Давайте еще поаплодируем. Молодец, вот одним словом молодец, это мы не часто смотрим такие концерты, столь юного уже музыканта, скажем. И хочется пожелать, чтобы твоя эстезия по музыке, то есть в артистической деятельности, была успешной, удачной, успех у тебя. И мы рады будем еще услышать везде. На конкурсах. Давай защищай нашу станцию несерьезно. Извини, ну вот такая от души бьется, ну вот на тетради, чтобы не только играть, но и напишет что-нибудь. Здесь видишь, как вот бар там, гаргант, да? Так, и здесь, знаешь, не посредочаю. Ну и такой буклетик, это наша музыкальная школа. Кто-то здесь был, помнишь, да, было здесь, на сцене и так далее. Здесь тоже можно сцена. Короче, давай, беру руку. У него еще был концерт с одного гостя, там совсем другая была программа. Там был, играли мы этого Бориса Тихонова, пять произведений, и народную музыку играли там, русские. Это все выложено, все эти концерты выложены на, YouTube, на сайте «Баяны-баянисты» в Красноярске. Кто желает, будет. Спасибо за внимание. Спасибо. Молодец, твой. Максим, ты не понимаешь.